Бесплатную приватизацию жилья сделают бессрочной. И уже завтра в Госдуме этот законопроект рассмотрят во втором чтении. Поправки о продлении бесплатной приватизации подготовили депутаты Александр Сидякин и Павел Качкаев. Согласно действующим законам, россияне могут оформить бесплатную приватизацию жилья только до 1 марта 2017 года. При этом сроки ее окончания неоднократно переносились. В последний раз право на продление бесплатной приватизации получили жители Крыма и Севастополя, а также обитатели ветхого и аварийного жилья.